Всем привет! Начну, пожалуй, новый влог с покупочек. Всем привет! Мы приветики! Вдвоем с Варюшкой, Василиса у бабушки. Папа у нас уехал на футбол. Варя сегодня была на танцах, да? Да. Что вы сегодня изучали, расскажи. Ну, Польку. Польку? Покажешь потом? Да. Я тебя сниму. Хорошо. Так, ну давай показывай, что тут у нас. Вот такие блестки купили в Дикси. Да, блестки эти, как я понимаю, для ногтей. Да. Я подарю их. Подарит моему мастеру по ногтям. Да, Жене. Жене, да. И вот такой вот пенал еще. Пенал сейчас... это дело хорошее. Открывай, покажи, что там у тебя. Я сейчас покажу. Ну, это наши наклейки. А, ну это наклейки из Дикси. Да. Карандашики. Да. Ручка. Ластик, точилка, линейка. Да. Класс. Ну, а я купила в основном для дома обновочки. Заклеили цену. Не помню. А, 300 рублей. Вот такая вот хлебница у меня есть. Но она очень маленькая, нам не подходит. А потом это прям под занавесочки. Вот такие вот салфеточки для стола. Очень мне понравилось, как они вот здесь выполнены. Их, правда, 4 штуки было в комплекте. Мне, наверное, на наш стол понадобится всего 2. Ну и по цвету они вот подходят к розочкам. Еще купила 2 вот таких подсвечника. У меня уже есть в таком же стиле вазочка. Ну, в принципе, они-то мне без надобности, но за такую цену, как говорится, грех не купить. Найдут они свое место в моем доме. Вот такой вот комплектик еще купила. Шарфик. Ну, как снуд, как горло сделан. И шапочка с ушками. Очень прикольная. Это фирма, по-моему, Бенетон. Сейчас мы на Варьку примерим. Вот такая вот. То ли кошка, то ли мышка. Мышка. Ушки вроде как у мышки. Усики как у кошки. Это мышка. Кошка-мышка. Да. Вот так вот теперь. Мне очень нравится. Вообще, в последнее время убеждаюсь в том, что текстиль в доме очень меняет прям все кардинально. У меня здесь раньше висела зеленая штора. А потом подобрала вот такую, и кухня совершенно изменилась. Тем более, что она у нас еще, как вы успели заметить, наверное, очень маленькая. Вот. И еще в дальнейшем хочу, наверное, с этой стены убирать все эти мои тарелочки. Вешать сюда какую-то одну большую картину. Вот так. Кошка, малыш. У нас сегодня Варюша уехала к бабушке. По очереди, в общем, девчонки путешествуют. У меня тут творческий процесс. Делаю поделку в сад. Ну, вернее, я просто делаю заготовки, еще ничего там не приклеила. Завтра Варюша приедет, вернее, я за ней съезжу. И будем вот с ней делать такую осеннюю поделочку. Листики у нас сохнут пока. В книжку я их запихнула, маленькие листики. Еще будет здесь озеро. В общем, покажем. Девочки, хотела с вами поделиться вот такой вот удачной покупкой. Чехлы для пульта. Я один уже запаковала. Сейчас покажу, как это делается. Кладем пульт в чехол, так, чтобы здесь оставалось чуть-чуть и здесь. И начинаем феном отсюда нагревать. Вот и все. А лишнее можно просто срезать.
Всем привет. Мы делаем поделочку в сад. Вернее, кто-то жует, а кто-то делает. Вот наши заготовочки. Варя сама сегодня сделала ежика вот такого с грибочками. Грибочки я сама и иголочки. Вот. Сейчас будем доделывать. Кто маму пугает? Кто пугает маму? Поднимай подушку. Что ты все раскидала? Ты букетик собираешь? Так красиво на улице, хоть и пасмурно. Я здесь очень любила в детстве гулять по этой улице. Пойдем? Мы уже утеплились. Ой, какой красивый букет. Класс. Нам еще дали 3 пакетика. Давай, зайка, смотрим, что там. Всем привет. Всем привет. Привет. Так, тут у нас, наверное... Нам попался Глейд. Глейд. Следующий не пакет. Открывается? Не открывается. И следующий. Пакетик. Что там? Вау, смотрите, ребята. Это Гарниер мицеллярная вода. Вау. Очень прикольно сделано, класс. Здорово. Ну и давай последний. Да. Это у нас колбаса. Колбаса. Докторская. Вот, прикольно. В нашу коллекцию пополнение. И пока что всего одна повторка. Это молоко. За один день прям все листья опали у нас. Сегодня сильный ветер, хотя на улице довольно-таки тепло. Ловим хорошие денечки. Василюшка, зайка! Зайка! Сладкая моя. Все равно красиво.